резко теплая осень октябрьская превратилась в мерзость. Сегодня 0 градусов, мы убрали тыквы, вот наш урожай этого года. Тыквы немного, вот видите, обратите внимание, прихватило, наверное, морозцем. Ночью был ноль, в бочках сверху тонкий слой льда. Ну вот, все, надо резко сворачивать всю огородную деятельность. Еще такой заморозок, и всем остаткам цветов придет хана. Вот, ну вот он, грустняк, просто полный. Первые заморозки. 11 октября. За неделю погода первый раз солнечная, но на улице минус. Минус один, ночью было минус два. Цветы пока сидят. Но видно, что зелень покрыта уже инеем. Такая прекрасная утренняя погода. Деревья еще полностью даже не опали. Посмотрите. Воздух наисвежайший, прохладненький, еще не холодно. Клен у нас тоже еще не опал. Красивая осенняя погода. Здесь уже иней успел подтаять, но видно, как красиво капельки лежат на листве. Удивительно смотреть на такие цвета, когда на дворе почти половина октября. Нужно пройтись в огород, посмотреть первые заморозки, как отразились на огороде. Да, цветы заморозок, конечно, испортил. Все. Они как будто бы были опущены в кипяток. Как вареная. Ну все. Долго нас эти цветочки радовали. Здесь от ветра вообще они попадали. Неделя была, конечно, ужасная с точки зрения погоды. Чего только не было. И сильный ветер. И дождь со снегом. Вот наша ель коника. Медленно она, конечно, растет. Наверное, прибавила сантиметров 5 с момента посадки, не больше. А здесь, на клумбе, конечно, все совсем.
цветы покрыты инеем. Вот эти, конечно, удивительные цветы. Как ни в чем не бывало. Пока раннее утреннее солнце и не сверкает. Вот земляника. Иней и земляника. Редкая картина. Котенок бегает. Так, надо попробовать ягоду. Ягода, как из морозилки. А ее тут много. И вся она как будто бы из морозилки. Вот после первых заморозков капуста поменяла свой цвет. Листья подмерзли. А вон бегает. Очень-очень быстро несется котенок. Какие-то залетные котята бродят у нас. Поселились в дровнике сами по себе. Кошка, видимо, притащила. По осени. Теперь они у нас бегают, выпрашивают, чтобы мы их покормили. Пока мы здесь, ну что, кормим. Забирать мы их, конечно, не собираемся. Их двое, этих котят. Было трое, третий куда-то пропал. Может, кто-то прибрал котенка уже. Пожалел. Воздух чистейший, ветра нет сегодня. Погода идеальная. Просто сказочная осенняя погода. Листья, кстати, не опали на плодовых, на вишне, на яблонях листья. И вот там стоят ивы. Они тоже еще. Ну там листья видно, что осыпаются, пожелтели, осыпаются. Ну а так, как будто бы кустарники и деревья все не готовятся абсолютно к зиме. Вот наша бочка. Кстати, нормально так вода замерзла. Удивительно. Вторая бочка то же самое. Но здесь уже, здесь солнышко. Лед уже подтаял. Тут уже ломается лед. Пока солнце падает красиво, надо снять клен. И вот еще одна клумба.
тоже. Все. А, вот они оба два ходят. Вот они оба два. Что? Прибежали. Чего мяу? Мяу. Как уже видно, заметно. Вот еще одна клумба, которую затронул морозец. Зато спирея. Листья зеленые, как будто бы даже и не осень. И пузыреплодник вырос за лето в два раза. Редкие такие денечки будут сейчас. Прямо сегодня утро порадовало. Не удержался, решил поснимать такую солнечную погоду. Кстати, ветер поднялся, перехвалил я день. Проверим стабилизацию на камере. Покажу избу и покажу, как у нас сейчас выглядит на часах. 5:30 вечера. Солнечная погода закончилась. Покажу, как выглядит октябрьская погода за бортом. С утра было солнечно, не было ветра, иней на траве. Сейчас набежали тучи. Хотел сегодня поснимать таймлапс ночной. Всю камеру настроил, штатив подготовил. А посмотрите, все, небо заволокло тучами. Вот, пришел подключить, попробовать стабилизатор еще раз. Тем более по лесенкам подняться. Тут у нас урожай осенний. Так, что у нас тут? Откроем. Мухи по всему дому, как обычно, осенью. Убирайся отсюда, давай, все, улетай. Вот. Этот участок скоро кто-то купит. Какой-то счастливый обладатель. 17 соток будет здесь. Да. Рассматривали мы его тоже в качестве покупки. Вот, но это торги. Это через систему торгов с использованием ЭЦП. Вот нужно сразу стоимость лота перечислить. В общем, это длинная история. Посмотрели, поняли, что нет у нас времени этим заниматься и оставили. Вот. Ну что, камера одна у меня. Вот эта камера. Она у меня перестала работать. Отработала она благополучно всего лишь сезон, наверное. И все. И перестала включаться. Вот, дело не в прошивке. Походу там сгорел мотор. Она поворотная, а если бы она была не поворотная, наверное, работала бы. Так, что у нас тут? Тут у нас осень. Осень и ветер, и пасмурно. Ну вот.
Это наши тыквочки. Переехали сюда, хранить негде. Погреба у нас нет. Так что будем усиленно питаться тыквами. Ну что, все, уже здесь у нас полный бардак после сезона. Сезон закончился. Надо тапки одеть, прохладно. Где-то у меня тапки есть. Вот они. Так, дайте-ка мне пройтись. Полностью устроили мы здесь бардак. Ну, это нормально. Всегда, когда заканчивается сезон, это превращается во временный склад. Потом это ближе к весне все прибирается аккуратненько. Вот, кстати, базилик подмерз. Базилик подмерз. А вот наш дайкон. Вот он какой, посмотрите, для сравнения. Если показать. Вот такая тема. Вот если с ящиком. Видите как? Огромный. Кстати, он классный. Очень вкусный. Да он и полезный, если его, например, просто с маслом, да, сделать с солью, то получается отличная закуска. Ну что, вот, собственно, весь наш небольшой, что называется, хаус-тур. Вот там вдалеке, если видно, фермерские овцы и коровы пасутся. Коровы эти вредные. Они иногда забредают к нам за наш заборчик деревянный снаружи и начинают чесаться своими боками о деревья. И ломают. Сломали нам елку. Мы только ее посадили. Такая была отличная ель. Приходим на следующее утро. Она поломана. Такая красивая была ель. Мы ее с такими трудами еще садили. Эту ель. А корова почесалась и сломала нам все нижние ветви. Сейчас у нас эта ель стоит без нижних ветвей. Гадская корова. Но дает молоко. Фермер, наверное, доволен. Ну вот. Все. Такая печальная осенняя картина. Сезон, можно сказать, закрыт. Осталась только капуста. Ну и слить бочки. Ну и все.